Какое самое эффективное слово для того, чтобы люди кликнули на ваш заголовок? Говно. Говно. Это все. Пишешь заголовки, и подписота просто мчится. Почему? Это физиологическая реакция. Физиологическая. Значит, и дальше одна физиология начинает с другой физиологией просто находиться, и мы формируем информационную повестку из говна. Если везде будет про него написано, про то, чем мы с тобой обсуждаем, но это перестанет быть этим. И поэтому инфопроизводство все время идет на, как бы сказать, тестирует границы дозволенного. И если бы в советской газете появилась такая, это был бы, ну, просто взрыв, так сказать, невозможный. Вот. Или бы решили, что пишут просто про ЖКХ и там, ну, имели в виду только хорошее. Вот, да, и постоянно тестируются границы. И мы дошли до края. Край, так сказать, это. И теперь я хочу, чтобы мы задумались, какой это имеет результат, какие это имеет последствия.